Один из самых эффективных средств для лечения геморроя используется хозяйственное мыло. Что нужно делать? Место, где находится геморрой, воспалительное место, смазывается мылом. То есть можно делать мыльный раствор или просто намазать, как руки, когда моете обычно мылом, намазываете руки мылом и место геморроя смазываете, стараясь это делать поглубже. И так оставляете. Что это дает? Это убивает бактерии, микробы, паразитов и не дается распространяться, скажем так, воспалительному процессу дальше. Сколько раз это делать? До тех пор, пока геморрой не исчезнет. Это может уйти один день, может быть два дня, может быть три дня. Нужно ли смывать сразу? Нет. Намазали и оставляете. Еще раз намазали, еще раз оставляете. Если смыли, еще раз намазываете. До тех пор, пока не пройдет. Ну, в общем-то и все.